В Приморье пассажиры вытолкнули заглохший автобус через русско-китайскую границу. В сеть попало видео, на котором несколько человек пытаются столкнуть с места заглохший автобус пограничный Суйфэнхэ. Короткий ролик набрал за день более 19 тысяч просмотров. Курьез произошел в Приморском крае. Со слов очевидца, маршрут застрял во время стоянки перед русско-китайской границей. Когда автобусу разрешили проезд на территорию Китая, он не смог сдвинуться с места.